Этот автомобиль представляет Lexus по-новому. В новом ЕС всевозможные технологии взаимодействуют с водителем и помогают ему. И тогда мы стали думать, как сделать рекламу, которая отражала бы связь человека и машины в самом автомобиле. Было бы здорово развить эту идею и получить рекламный ролик, сценарий которого написан компьютером. Я думал, что из этого никогда ничего не получится. Мы использовали целый ряд инструментов, чтобы извлечь всевозможную информацию из отмеченных наградами рекламных роликов за последние 15 лет. Если у автомобиля есть что-то вроде инстинктов, то почему бы не использовать инстинкты для создания его рекламного ролика? Думаю, все мы льстим себе, считая, что у нас есть уникальное понимание мира, и машина никогда не сможет его воспроизвести. Правда в том, что машины наступают.